В этом видео мы рассмотрим, как создать PowerPoint отчет с помощью InPrinting. Первым делом мы заходим на вкладку Reports и создаем репорт. Даем ему название, выбираем формат PowerPoint, выбираем приложение, из которого мы будем брать информацию. Далее мы подгружаем шаблон, либо оставляем его пустым. Нажимаем Create, и после этого можем перейти к редактированию шаблона. Нажимаем Edit Template. Вот у нас открылся кастомизированный шаблон для презентации. В презентацию мы добавим таблицы и графики из приложения. Добавим вот этот график и вот эту таблицу. Чтобы посмотреть ID, также вот Developer появляется после того, как мы вот в эту строку добавляем Options Developer, как я говорила в предыдущих видео. Копируем. Images, Add Objects, таблица у нас будет вот это. Вот этот график мы сделаем по годам, то есть у нас будет за каждый год. Для этого мы открываем Pages. Очень важно перейти на тот слайд, для которого будет применен Page. Для этой страницы мы применим квартал. И теперь добавляем. Просто перетаскиваем. График. Так, этот график у нас будет по годам. То есть года сюда привязаны, ко второй таблице. Сюда добавляем таблицу, добавляем подписи через вставку, Все, теперь можно проверить. У нас должен быть график по годам и таблица по кварталам выбранного года. У нас открылось превью. Вот можно посмотреть продажи за каждый год менеджеров и таблицы с прибылью и продажами по кварталам. В этом видео мы рассмотрели, как создать PowerPoint отчет с помощью InPrinting, и на этом все.